успеваем снимать нормально. Южный вокзал. Идем в электричку. Станцию Балтийск. Первая достопримечательность в виде облупленного домика. Табачка. Там вот вокзал, домик. Дверь тут прикольная. Написано, что это военная прокуратура. А вон там водонапорная башня. Все за заборами. Корабли стоят. Рванешь сейчас. Кинотеатр. Точнее, киноклуб. Приглашаем воинов, гарнизоны и жителей города посетить тематические развлекательные мероприятия, концерты, спектакли. Лодки, торпеды. Музей Балтийского флота. Отель Валенси. Рядом есть. А мы наблюдаем. Что это, собор? Да, либо кирха, либо собор. Торпедный катер участвовал в штурме Пилау. А вон там маяк. Туда мы еще придем. Это уже, походу, современный корабль, который там стоит. Башня Бошки. Чуть не прошли лебедей. Один он спрятался. Вон еще группа. Мы видим еще один корабль. Я погуглила. Это буксир-спасатель. Пацаны, я честно здесь кабель фотографировал. Ленинградского судостроительного завода. Маяк, Петр Первый. Андрей Первозданный. А мы идем на паром. Едем на шведском пароме Вестула. Крутяк. Thank you.
с автодомами заезжают. Bulls. Кенда. Короче, сзади жесткая восьмера. Цепь, походу, уже такая подушатанная. Передача переключается через раз. Я, в общем-то, на щелку себе более-менее удобно, чтобы покататься было там хотя бы там 60-70. И еду. А я себе взяла велосипед. Довольно-таки большая рама. Прям еле налазю на нее. Но для меня большая, понятное дело. Корзинка. Удобно. Да, звоночек, нет тормозов. В общем, я первый раз еду тормоза на велосипеде. Есть, они так, окей. Для меня ножные тормоза, это значит нет тормозов. Да, так вот, для меня. Вот. Сидушка вроде удобная. Да, бой! Распилас, Настя. Для тормозов вообще нет, Настя. Кайф. Крути. Настя из будущего. Вот так долго ты собираешься, чтобы стартануть. Видишь, как это со стороны выглядит? Удивительно. Какой он неудобный, он вообще просто. Вот. И жалуешься постоянно. Дай бог здоровья разработчикам Шульцов. Вот она. Помчала. Экшон! Купец. Я вообще не понимаю, что это такое. Давай. Друзья, вы кто? Скажите, пожалуйста. Он те какие-то тоже странные. Он вообще крендель стоит с открытыми крыльями.
как статуя. Вообще ничего не понимаю. Но очень красивый. Он мой велосипедист, кайфует. Знаменитая поза профессионального фотографа. Это что? Не снимаем. Ну что ты снимаешь? Чувакам, конечно, повезло. За них Настя взялась. Какие у тебя, Настя, впечатления об этом месте? Слушай, ну это вот красивое место. Это вот красивое, ребят. Просто вот вдумайтесь. Я что-то позитивное слышу. Это прекрасно. Ты черник, вообще кто такой? Ты куда полетел? Мы приехали на Южный Молл. Почти самая западная граница России. Дальше уже некуда. Соседний вон Северный Молл. Он от Балтийска ведет. Да. Ну туда я уже не пойду. А там Польша. Вперед, да? Там. Где-то там, да. Но тут все равно берег, скорее всего, уже Швеция на воде. Там Швеция. Приехали к форту. Западный форт. Соленая? Мочить ножки в Балтийском море. Галочка поставлена. Легкий гревел для таких отчаянных велосипедистов, как мы.
Сейчас Настенька тут сделает шаг вперед и давай. Еще. Давай. Оп. Пошла. Молодец. Паркур! Катим, короче, по какой-то местной центральной улице. Как? Улица Курортная. Наша цель — аэродром и окрестности. Так стекла что-то, блин, много под нами. Размокаем. Разбитый асфальт, песок и раздолбанные велосипеды. Настя, он кайфует от своего велосипеда. Дербайк такой есть. Да, точно, это фронтовая дорога, я видел. Нет, я имел в виду, я видел на схеме фронтовая дорога. Она, видимо, на такой же схеме. Сейчас, короче, на пляже купались. Такая классная водичка. Прям море, море, море. Привет! Продолжаем каточку по Балтийской косе. Тут, короче, направо-налево. Тут направо-налево полно съездов. На всякие остатки батареи и прочую такую тему. Ну и какие-то памятники природы, типа там Лепиховая гора и так далее. Дюна такая. Ну, в общем, народ тут палатит. Описано: разведение костров запрещено. А, ну и на тачке, да, нельзя к воде подъезжать. Ну, местные тут где-то так. Ну, не местные, а туристы так бросают их где-то поближе к дорогам вроде. Просто, похоже, гулять приезжают. На этих великах не рискуем съезжать в жесткий песок. Ну и на самом деле мы хотим доехать до остатков аэропорта, позырить. Это получается примерно самая дальняя точка. Мы там посмотрим, а на обратном пути может быть что-нибудь еще. План примерно такой. Потому что надеюсь, что у Насти не будет углеводной ямы. И не проснется Халк голодный, не будет на меня кидаться. Настя, привет! У нас есть банан. Мы решили не сидеть на нем, а все-таки съесть его. И потом сидеть. Воды купили. Так, стой, надо сориентироваться. Яблочками пахнет. Падалью. Рябинка вон растет. Что тут дофига облепихи. Мы в этот раз плохо подготовились, плохо понимаем вообще, куда мы должны приехать. Но вот мы нашли аэропорт Нойферт, или около того. Начало взлетной полосы, вот сзади, собственно да. Говоря, лес. А там вот взлетная полоса, ну вот это все она. Ну и, короче, очень интересно, ничего не понятно. Ну и мы дальше, наверное, поехали. Есть вон еще туда тропинка, куда она ведет, понятно. Речь про вот эту тропинку. Да, это вот конец аэропорта. А это мы отсюда приехали. А это опять Настя. Ну, в общем, короче, такой вот квиз. Тоже решил поснимать. Послушайте, как у меня тут рам скрипит. Облепиха созрела. Попробуем немножко.
Вау! Вон там какая-то баржа стоит. Да, там продолжение ангаров. И вот еще какие-то руины. Довольно-таки масштабные. А я думаю, это вот и было Романово. Вот это. Самолетные, да. Я туда съезжу. Я не внутрь, а просто. Да, горячо здесь было в свое время. Впереди у нас еще один ангар. Это тут уже без стенок, просто такой открытый ангар, только с крышей. Так, у нас тут палатят люди. Лебеди плавают. Там. Я считаю, это удачное стечение обстоятельств. Течение? Течение. От момента сдачи велосипедов до момента, как мы оказались на пароме, прошло меньше 5 минут. В общем, прям раз-раз, короче, и готово. Обратный билет не нужен. Садишься по тем же билетам, которые утром купил. Строганина из пиламиды. Литовский бар. Отобедали мы с Романом в заведении «Палуба», про которое они сами же написали, что они самое западное кафе. И, ну так, очень среднее. Идем в крепость Пилау. Моряки, погибшие Великую Отечественную. Крепость Пилау мы не попадем. Тут оказывается экскурсия раз в день в 13:30. Со среды по воскресенье.
На входе военные стоят с автоматами. Потом еще один кордон. Неудач. Это такой вид успеха. Прочитали отзывы, там оказывается накануне покупать билеты или даже чуть заранее. Иначе можно остаться без билетов.